Минским городским отделением Белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных на постоянной основе проводится активная работа по формированию культуры безопасности жизнедеятельности у детей и молодежи. Работа по обучению правилам безопасности, повышению имиджа министерства по чрезвычайным ситуациям, популяризации здорового образа жизни, в том числе пожарно-спасательного спорта. Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь от 18 мая 2020 года номер 296 о признании утратившим силу постановления Кабинета министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 года номер 571 об утверждении положений о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах. Действие клубов юных спасателей пожарных не предусмотрено. В связи с этим в настоящее время во всех районах города Минска функционирует районное отделение БМОСП. Минское городское отделение БМОСП действует на основании свидетельства о постановке на учет организационной структуры общественной организации без права юридического лица от 29 ноября 2002 года Минским городским исполнительным комитетом. Структура Минского отделения БМОСП сформирована на основании протокола заседания, где определено: председателем является Асташов Сергей Петрович, заместитель начальника Минского городского управления МЧС, заместитель председателя Опетенок Павел Васильевич, начальник Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью, секретарь организации Закалинская Карина Викторовна, заместитель начальника Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью. Также сформирована контрольно-наблюдательная комиссия. Стоит отметить, что на настоящее время Минское городское отделение БМОСП насчитывает 21 040 участников. Так, в течение года организуются и проводятся районные и городские этапы конкурсов и фестивалей, проводимых под эгидой МЧС. «Безопасное детство», «Городской полевой лагерь «Юный спасатель», «Городской слет юных спасателей пожарных», «Спасатели глазами детей», «Школа безопасности», «Студенты безопасность будущее», «Конкурс на лучший уголок пожарной безопасности» и «Стенд о деятельности БМОСП», «Суперстар», где юные спасатели оказывают помощь участникам. По итогам проводимых конкурсов ежегодно определяется победитель круглогодичного смотра конкурса на лучшую организацию работы с детьми и подростками по формированию знаний основ безопасности жизнедеятельности среди районных отделений БМОСП и ведется анализ результативности проводимой работы. Ежегодно лучшие юные спасатели столицы представляют Минское городское отделение БМОСП на республиканском слете юных спасателей пожарных, который проводится на базе Национального детского оздоровительно-образовательного центра «Зубренок». А также юные спасатели принимают участие во всех республиканских конкурсах, проводимых Министерством по чрезвычайным ситуациям. С целью предупреждения возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей ведется непрерывная работа с подрастающим поколением и в рамках республиканских профилактических акций. «Безопасность в каждый дом», «День безопасности, внимание всем», «Не оставляйте детей одних», «Каникулы без дыма и огня», «В центре внимания дети», «Молодежь за безопасность», «Не прожигай свою жизнь», «Безопасный Новый год». В рамках реализации требований указа президента Республики Беларусь о развитии военно-патриотических клубов проведем необходимый комплекс мероприятий по созданию и обеспечению функционирования военно-патриотического клуба МЧС «Зубр». Таким образом, 23 января 2023 года на базе образовательного центра безопасности состоялось его торжественное открытие, где все его участники получили удостоверение БМОСП и удостоверение на право ношения формы. На церемонии ребята принесли клятву юного спасателя перед сверстниками, родителями, педагогами, офицерским корпусом Минского городского управления МЧС. Стоит отметить, что торжественные мероприятия по вступлению в ряды БМОСП проводились во всех районах города Минска. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Комитетом по образованию на высоком уровне проводится организация подписных кампаний на журнал «Юный спасатель». По данным Белпочты, на первое полугодие 2024 года в Минске выписано более 15 тысяч экземпляров. Таким образом, у нас есть возможность популяризировать Белорусскую молодежную общественную организацию спасателей пожарных и профессию спасателя пожарного. Многое сделано, но еще большее впереди. Мы надеемся, что благодаря совместной инициативной работе
будут воплощены планы в жизнь. Ведь только совместными усилиями мы можем противостоять всем чрезвычайным ситуациям и сделать нашу жизнь безопасной.